каково положение мусульманина, который говорит кафиру, неверному человеку, обращается к нему и говорит: «Брат». Более правильно, чтобы мусульманин не обращался к кафиру со словами: «О мой брат», потому что он не является нашим братом, до тех пор, пока он проявляет неверие в Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, он не является нашим братом. Нашим братом может быть только верующий мусульманин. А что касается кафира, то он нам не брат. Однако ты можешь обратиться к нему по имени или по прозвищу, если оно у него есть. Или ты можешь обратиться к нему другими словами. Например, друг? Да, можно сказать «друг» или «товарищ», нет в этом проблем. Однако, если ты скажешь ему: «О мой брат», то мы скажем, что он не является твоим братом. Братство распространяется только на обладателей ислама и веры, и не являются нашими братьями ни иудеи, ни христиане, ни кто-либо другой. Потому что мы не братья кяферов, будь то иудеи, идолопоклонники или христиане. А если он будет родным братом мусульманина, шейх? Если он является его родным братом, то здесь мы скажем, что нет в этом проблем, потому что он является его родным братом, и между ними родство. Если есть какой-то мусульманин, родной брат которого не мусульманин, то мы скажем, нет для него проблем сказать ему: «О мой брат». Он его брат, и их братство тут по родству, а не по религии.